Вот пришла посылочка из Китая. Такая упаковочка. Я не профессиональный распаковщик, поэтому нет специального стола. Буду раскрывать посылочку на кровати. Пришла она через DHL. Сейчас посмотрим, как там, что там в середине. Где тут у нас? Я заказывал фотовспышку фирмы Borax DE300. Сейчас посмотрим, как она выглядит внутри. Ну, посылочка пришла в более-менее нормальном состоянии. Немножко поиграли в футбол по углам. Ну, надеюсь, на лампах это не сказалось. Тут у нас какие-то тут книжечки, инструкции, пенопласт. Довольно неплохо запаковано. И что мы видим здесь? Так, вот вверх. Так, тут, судя по всему, лампа. Лампа целая. Спасибо и на этом. Пока мы ее спрячем. Так, что у нас дальше? Тут у нас... Так, тут у нас ее... Так. Флектор. Кабель он у нас достаточно длинный. Под евро-резетку. У нас кубочки. Вот. В середине лампа. Вспышку тоже нормально. Не разбита. Это хорошо. То есть достаточно качественно на внешний вид, нет повреждений, царапин, металл. Ну, сейчас у нас остается подключить и все это протестить. То есть посылка пришла в хорошем состоянии. А, есть у нас еще два предохранителя на всякий случай. В посылку входит в комплект лампа, я так понимаю, это пилотного света. Чехол. Такой, сама вспышка. Godex DE300. Лампа вспышки. Длинный кабель. Ну, думаю, метров 5 точно будет. Под евро-резетку. Паспорт и рефлектор. Подключаем и тестим, смотрим. Все, вспышечку установили на штатив, так сказать. Для нее, конечно, надо посерьезнее штатив. У меня от китайского саутбокса. Ну, попробуем сейчас потестить. Снимаем эту крышку колпачок. Тот, кто не знает, здесь есть рычажок. Рычаг немножко тянем. Поворачиваем. И сейчас
поставим лампу. Желательно пальцами не трогать стекло лампы, чтобы не оставались жирные пятна и капли на самой лампе. Оденем на нее рефлектор. Зафиксировали. И лампа готова. Попробуем ее включить. Во, пищит, мощность. Что мы здесь видим? Это у нас пилотный свет, кнопка. Светит только одна лампа. Пилотник, я так понимаю, вот можно делать ярче, можно делать немножко потише. В принципе, можно и пилотником работать. Освещать. Выключим. Вторая кнопка, я так понимаю, это звук. Так. Правая часть — это управление вспышки. Вспышкой. Это... Не знаю, что это. Но потом посмотрим. А это, я так понимаю, тест. Вспышка есть, зарядилась. Лампа буквально сразу. Регулируем мощность вспышки от 5 до 7. Поставим пока на 5,6. Еще раз тест. Зарядилась. Сейчас попробуем подсоединить к камере и сделать снимок.